Чувашии развернется сеть постоянно действующих референсных станций. Это аппаратно-программные комплексы, позволяющие за минимальное время максимально точно определить координаты различных объектов. Внедрение системы высокоточного позиционирования позволит снизить затраты бюджета региона, повысить производительность инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, объектов социальной сферы, газоснабжения. Ну, в первую очередь, конечно, это будет использовать кадастровые инженеры, которые занимаются, значит, соответствующими работами, либо по обмеру земельных участков, либо по вводу каких-то дополнительных сведений при, значит, указании дополнительных зданий на территории республики. Естественно, что эти, значит, сведения будут использовать и сами строители, могут, по крайней мере, использовать при производстве строительных работ. Таким же образом, эти сведения могут использовать как дорожные службы, либо строительная техника, ну и также сельское хозяйство. Например, дорожная техника при работе могла в автоматическом режиме устанавливать уровень, значит, скребка грейдера. На данный момент строится демо-сеть. Данные с этой сети, конкретно поправки, будут доступны всем желающим в срок, ну, как минимум, мы полагаем, до 1 апреля, для того, чтобы можно было протестировать и понять, насколько это удобно и качественно. Всего в Чувашии планируется установить 7 станций. Предполагается, что этого количества хватит, чтобы охватить сигналом всю республику.